Сочетание юбки с вязаным джемпером было очень популярно в моде 70-х. Именно тогда вязаные вещи перестали ассоциироваться с лыжами, катками и походами на рыбалку. Их начали носить с элегантными брюками и юбками А-силуэта. В наши дни многие дизайнеры уверены, что такой дуэт имеет полное право на существование. Эту комбинацию настоятельно рекомендуют попробовать стилисты. Выглядит гораздо сложнее, нежели примитивный комплект с джинсами. Юбка в повторяющуюся мелкую складку сама по себе очень женственная, но в то же время базовая. Сочетать ее можно как с орнаментами, так и с однотонными моделями различной фактуры. Альтернативой юбке-карандаш, узкой и слишком строгой, является модель прямого силуэта, также обладающая универсальностью. Сочетать ее можно как с приталенной водолазкой, так и с объемным джемпером, создавая эффект нарочитой мешковатости. Юбка из фатина уже давно перешла в повседневный гардероб. К ней подойдет свитер из шерсти или велюра нежного оттенка. Ворсовый пуловер с нежной пачкой способен украсить собой холодные будни.